Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. На моем канале остается множество поклонников Sid Meier's Civilization 5, несмотря на то, что вышла новая часть. Надо утолять и их голод по интересным FFA играм. Поэтому представляю вашему вниманию очередную FFA партию на шестерых. Я играю за Францию, против Монстр Дэна за Америку, Ары за Корею, Лидекса за Карфаген, Дим Затви за Персию и Ёжика Коржика за Индонезию. Игра получилась длинной, поэтому будет разбита на много серий. Ну а вас прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников. Приятного просмотра. Так, произошел очередной рестарт. Вот это место такое поинтересней, конечно. Своеобразное, я бы даже сказал. Имеет ли мне смысл под гору сюда идти? Нет, не имеет, потому что нету еды. У этого города еды тогда не будет. Ну, вы знаете, останусь тут. Не буду особо гулять. Тут, в принципе, вблизи... Первый радиус, второй радиус, есть нормальные ресурсы для роста. Ну, не три еды, как минимум, но тем не менее. Возможность строить Петру. Так что не будем искать лучшие доли. Поставим тут. Тем более на холме производство, то есть я смогу... Так, ну и сразу лошадь надо будет. Вот интересно, прям где тут лошадь тогда появится. Неужели в пустыне? То есть... Ну, я отписался. Если кто-то хочет рев взять, уже может отписать. Че, не смешно? Ну, Леша уже поставил. Прям так все хорошо у Франции, соляной старт. Да. Три соли. Отлично. Бля, ну вот такой перед этим спот был, а сейчас... За Корею в волю нормально вообще играть? Нормально. А то что-то с одним холмом вообще даже не знаю. Давай, воля это наше все, я ж тебя знаю. Вот ежика еще рядом тебя поставить, и вы вообще можете играть аж до конца следующего дня. Ну, видите, тут море сверху, раз, два, три, ну, мне бы не очень хотел. Хотя, может, там защищенный какой город от всех ветров. Тоже не самый лучший вариант для руинки, но хотя бы местность вокруг показывает, тебе не надо далеко бегать. Кстати, можно попробовать этот лагерь сразу разбомбить, чтобы как можно меньше проблем в будущем было. Если тут речка большая, то можно будет хорошо города поставить. В принципе, кстати, и тут интересно город. Раз, два, три, вот тут. Он, конечно, не фонтан, но если не будет места для четвертого города, то для как четвертый город вполне. Между прочим.
Если плохо я ушел с холма, то есть сейчас будут, если варвары будут появляться там, то будут бомбить меня. Вот я горами от кого-то. Быстро. Кто-то ГГшку нашел, да? Да. Че, пантеон? А, действительно. О, население очень вовремя. Это прям. Блинара, ну какого хера? Что там происходит? Ну что, уж с сеймами дружить будем. Что, опять рестарт сейчас будет? Серьезно, рестарт? Ару, у тебя есть время? Нет, рестарт. Ну все. Понятно. Что-то я не понял, что там произошло. Нормально. Ну и где лошади? Очень-очень далеко. А, вот. Кстати, нормально. Так. Вот, пойдем в гончарное дело. Монумент надо построить. Монумент, потом рабочего. Пока непонятно, во что идти. Что дали? Отлично. Культуру. Варвары. Вот и Корея подошла. Ну, в традицию. Как-то вроде никого поблизости нету. Тут я горами отделен. Это мое. Ару, я хочу услышать от тебя какие-нибудь предложения отдельные. Надо подумать. Подумай быстрее. О, ГГшка. Ну вот, с этим лагерем разобрались, и надо бы какую-нибудь клетку нормальную прикупить в связи с этим. Хотя... Может, я так понимаю, тебе есть куда селиться вдвоём и вниз, да? Там Индонез. Короче, я тут между вами двумя такими миролюбивыми парнями. Сидон. Я первый нашел. О, еще руинка. Так, возвращаемся лечиться. С той стороны перс у нас, я смотрю. Хреновое чудо.
Кореец действительно не фонтан стоит, кстати. Так, и мне нужны плантации, пожалуй. Ара, ты вправо пошел, да? Я так подозреваю. После того, как поселился. Я ушел с берега просто, я ушел вниз. Слушайте, я кучу руин уже нашел. Ну, ты видишь, да, понимаешь, что это плохо. Да, корейца... Ну, с моей стороны у корейца, конечно, хреновое место. С моей тоже. И вот вопрос, что теперь мне тут как тут... Ара, блин, ты хочешь как-то договориться? Я не хочу в волю играть просто. Если я пойду в волю, мне придется все забирать. Сам понимаешь. Ну так не иди в волю. А ты? Уже пошел, да? Ну, не, без вариантов. У меня как бы традиция здесь на трех холмах никак не зайдет. Перс, а ты далеко? Мне вот эти говноспоты надо как-то... От кого? Ну вот, то место, где мы встретились. Я со мной с кем встретиться. Ну, у тебя дуболом там шел. Где от твоего дуболома вот далеко? А, ну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8, 9 лет. Американец, а ты далеко? Откуда? Ну, вот от Кайласа. Да. Ну, в смысле, нет, от Кайласа я недалеко, это мой второй город будет. Шесть он ходов. Так, у Сидона можно попробовать рабочий. Ты хочешь город. На мрамор ставить город? Нет, нет, мрамор у меня будет в третьем радиусе. Ну, я тебя понял. Ну, я думаю, мы с тобой конфликтовать не будем, но в третьем радиусе все-таки. Что скажешь? Ну, пока я не знаю. Два, три. Пока ничего не скажу. Хочется вот тут поставить город. Второй. Секретики? Пожалуй. А ты на море? Не-а. Я говорю, нам с тобой конфликтовать, по-моему, вообще нет смысла. Так, наверное, пойду сначала лошадей обрабатывать, а потом хлопок, а потом коровку. Тут три хода надо что-то построить. Ну вот я не вижу тут пантеона. Ну что, от плантаций? Раз, два, три. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, предположим. То есть стоит ли ради этих плантаций так спешить со святилищем? Но у меня сейчас три хода, пока растет Париж, надо что-то строить. Давайте еще одного рабочего. Да, у Сидона не будет пока никакого... рабочего в связи с варварами. А, вот где перс. Я думал, он справа. Хм, так может мне тут есть тоже куда место поставить? Ну, сюда город надо точно ставить. Так, календарь открыт. Давайте майнинг.
Керс, слава богу, в традицию. А вот американец, похоже, в волю. Ну, мне кажется, у меня получше. Я, конечно, не вижу полностью, но мне кажется, у меня получше место. А, вот перс взял как раз на культуру. Лидекс, ну и зачем воля-то? Ну, а зачем ты скаута поставил там? Не расскажешь мне? Он видит все. Там завязочка у корейца и карфагена. Ты там можешь город поставить, вот что. Я вижу. Это радует. А этот город мне перекрывает все споты абсолютно. Твои предложения? Мои предложения тут не ставить, мы можем расселяться. Я могу тогда вниз расселяться. Ну, то есть, ну чё, как? Так, теперь начинаем с сетлера. Если ты вот в мою сторону не ставишь города, как бы всё более-менее для меня. А этот город сразу война, ну, ты понимаешь. Вот это вот, вот здесь вот. Еще ну, иначе ты там воткнешь город, правильно? Нет, я... Ты на другом море, это... Там наверху проплыва нет. Так что мне туда не интересно, а я как бы морской. А но если ты сюда тыкаешься... Я на берег свой хочу ставить, а если ты здесь поставишь, я не смогу свой город поставить, понимаешь? Я могу на поставить море. Вообще его на берег, вот знаешь, куда? Вот да, выше этого холма, чтобы тебе не перекрывать спот. Ну, я не уверен, что перс сюда ну, пойдет, город так вот далеко такой. И поведет. Я для этого твой город ставлю. Это мой третий... Хотя надо еще подумать, где конкретно третий, город поставить. Все. Ой, тут ГГшка, блин. А вон и сверху ГГшка. Вот, в общем, не ходи сюда. Так, давайте, наверное, железо откроем. Но если я туда не ставлю, ты какие-то гарантии можешь мне дать? Так предлагай, я, как бы договориться мы можем, я думаю, доверяем друг другу. Иди там, не, чуду нахер, ставь. Воевать я с тобой не буду, давай это самое, жить дружно. Давай. Все, добазарились. Я вообще в ту сторону. Я поставлю город на, у себя на берегу и как бы. Вот там на берегу мрамор забирай, я, может быть, тут где-нибудь воткну между нами в пуст в этой плоскодонке город, может, так чисто этот... для массы. Так вот, к чуду, вот как твой сил стоит, вниз до гор, как бы можешь селиться, а уже левее как бы не хотелось. Я знаешь, где хочу поставить еще? Вот, чтобы сахар забрать, который возле банана. Сахар возле банана, сахар возле... На... Ну, там на какой-нибудь холм возле горы. А у тебя что, правее там и правда нигде ничего нет? Там, блядь, уныло совсем, там только лес. Не, справа просто... я, но та, тут действительно очень уныло. Тут просто лес, без холмов, без ресурсов. У него ресурсы сверху, но там тундра. Тут с местом Кореи не очень. Ладно, Ара, я тебе верю. Короче, ставь, как тебе удобно. Посмотрим, чем это закончится. Я пошел разведывать. А ты ниже гор, как бы, тоже хочешь ставить? Я что-то не пойму. Куда ниже гор? Ну вот это, где ты сахар хочешь подобрать. Ты куда конкретно хочешь поставить? А я там плохо вижу. Я вижу, там есть сахар. Сахар это люкс. Понимаешь, нет. Если ты берешь этот сахар, то раз, два, три, ну, четыре, мне, конечно, пять тут будет нужно клеток, смотреть, шесть клеток от этого 3? Сахара столица Индонезии. На море. Индонезия, некрасиво поступаешь, некрасиво. Я хотел предыдущим ходом объявить войну, а оно не получилось. В итоге получилось совсем отвратительно. Ну, некрасиво. Все, Ара, я с тобой договорился. Да, 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 все. Ты видишь, я забираю тут город и... Точнее, ну... Давайте думать все-таки по поводу того, где тут ставить город, вот тут вниз. Ну, понятно, что надо на реке. Я вот на этом холме... Можно, конечно, на холме, но я не хочу, вот, чтобы так прям было открыто. Вот здесь, да, где скаут стоит, хочешь? Ну, может, даже повыше. Повыше меня больше, как бы. Но сахар я не претендую, это можно сказать. Мне вот тут больше нравится, да? Честно говоря. Монстр. То есть он поближе к столице, блин, и не будет с ней конфликтовать за клетки, тут у нее я свои останутся. Я изначально сюда шел.
Блин, вот один ход. Говнище. Опять это упарывание, опять это хрень. Не, ну просто тут получается, в моем случае у меня игра запорота вот из-за этого места, потому что мне больше ставить на рода некуда. Ну. Я просто уже надоел. Предыдущий игру тоже с самого начала воевали, сейчас тоже придется с самого начала воевать. Давай, да, это вопрос, кто молчит? Это Дим, ЗВ, да? Вот да. Это он. Почему я молчу? Парень. Но мы тут с персом друг друга нашли, я не думаю, что у нас какие-то вопросы друг другу могут быть. Арай, я через войну убегаю от варваров, можно? А зачем ты через войну? Потому что я не могу вправо и влево пойти, тут два варвара из этого лагеря вылезли. А. Америка. Нам действительно воевать смысла нет, потому что ты не на море. Блин, ты забрал хорошее место, то есть ты забрал... Я не забрал, тут 4 клетки до моей. Ты не понимаешь, ты мне город сейчас запорол, я хотел проверить Сурабай, под горой поставить на реке город. Ты мне офигенно. Ты понимаешь, что мне тогда самому некуда было бы идти? Но ты не видел, не нашел меня. Это единственное место, где я могу поставить город. Мне нужно было ставить на железе. Ты мне, во-первых, запорол этот, как бы, город. Это не ты, это не я запорол, это ты запорол. Ну, я раньше поставил. Мы с тобой, у тебя там 2 соли. Какая разница? Ты мне сейчас обрубил место для... Нет, давай опираться, хорошо, давай опираться. Классная дипломатия. Ну, просто, действительно, типа... Монстр Дэн сам говорит, мол, типа, я не хочу очередной игру. Слушай, ты мне сейчас запорол 2 города, это не, по сути. Это ты мне запорол. Ты мне запорол единственное место, куда я мог поставить город. Американец, скаута убери своего, пожалуйста. Да, сейчас. Мне больше некуда ставить города на море. Поэтому у тебя есть... Ты не на море, у тебя есть много других вариантов. Ара, я поставлю так, что тебе наши даже 4-й радиус пересекаться только будут. Ну, в смысле, 3-й. Ты сможешь там влево город поставить, я не против. А, могу даже влево город поставить? Да, смотри, я на пустыню ставлю, на голую, там вот, чтобы тебе... А, отлично, я бы вот эти как раз конюшек бы взял. Да, вот это вот. Я говорю, если так, можем договориться, конюшни. Нам драться. А, ну, далековато пока. Бери вон на не знаю, тебе даже на лагеря бы зашел, наверное. Да я сейчас, наверное, знаю, на что я возьму. Ну, я тоже догадываюсь, на что ты возьмешь, честно. Бля, вот прям даже не знаю, куда здесь можно город поставить. Не ругайся, пожалуйста. О, прошу прощения. Видишь ли, Дэкс, это место? Ну, классно, и чё? На люкс? Подожди, сейчас гляну. О, на люкс, да? Нет, не на люкс. Вот, блин. Вот я думаю, там, где я сейчас стою, вот там, наверное. Там, короче, просто вот голый лес. Просто. Ну, наверное, вот. Да. Нравится мне это место больше. Это самый голимый пантеон вообще. Ну, он тебя здесь зайдет просто. Ты все равно будешь обрабатывать все свои здесь месяцы, раз, там, два, три. Тундры, где-то штуки. Вот на море придется, видимо, поставить. Я тогда возьму нет, что я вот сюда могу. Успеешь правильно. О, вот тут нормальный город, кстати. Ну и 4-й все-таки тут буду ставить. Не очень, не прям, не фонтан уж города, прямо скажу, но... Ты так сейчас поставил, ты все-таки еще собираешься там левее ставить город? Че? Ты вот сейчас как поставил, ты там левее, у тебя получится теперь город поставить? А я могу вот в эти холмы, в принципе, ну, 4-й после нацколледжа, как всегда. Вот этих 2 лошадей. Ну, ясно. 4-й после нацколледжа. Юниты у меня есть, в принципе. Ну, если варвары будут появляться. Тем более, что тут такая местность, где особо много варвары не будут мне досаждать. Мне рекомендуют компьютер тут ставить, типа подальше от столицы. Но дело в том, что столица не будет все равно вот эти. То есть вот эти нижние клетки,
Столица будет вот эти вот клетки у меня больше обрабатывать. А этот город как раз вот эти клетки вот тут. Так что нормально, он поближе к столице будет стоять. Нормально. Я считаю, что лучше так поставить. Рыбка всего лишь одна. Тут лучше ставить, потому что только с двух клеток будет обстреливаться, если что, фрегатами. Так, давайте посмотрим, что тут за место. Линдекс. Да. Тебя интересуют города не на воде? Конечно, я воля. Веселая. Где ты собираешься ставить город между нами? На воде. А, ну тогда окей. Ай, господи, я когда-нибудь нормально поиграю или нет? Ну вот смотри. Еду. А, и следующим ходом увидимся. Пока есть. На воде под собой? Ну где еще могу поставить? Не, ну я просто к тому, что тут по центру есть сахар нижний. Я вот хочу на холме поставить. Сахар нижний. О, еще ГГшка, ничего себе. Блин, тут два сахара. Один из них уже там я слышал. А если я тут поставлю, то ко мне вообще никто не приплывет. Там с ним больше договариваюсь, не со мной. Псиул. Ну здесь хуже с ресурсами. Тут хотя бы вот это я смогу от Парижа что-то откусить. Там еще руинка была. Есть и камень, и мрамор, в принципе, и тут есть. Но тут и рыба будет, и овцы, и до оленя дотянусь. Тут хоть какие-то клетки можно обрабатывать. А здесь еще раз тебя отправляю к Сеулу, потому что у вас будет между городами тогда ровно две клетки. Нет, он с этой стороны гор ставит. Ну, короче, разбирайтесь сами, чего вы пристали. Ты хочешь поставить левее Пусана? Да. Я сейчас ставлю... Да, вот он левее Пусана ставит город. А куда ты хочешь поставить город? Пусан какой-нибудь из этих холмов, чтобы забрать сахар каким-нибудь радиусом. Вот этот сахар, который в болоте. Там они все хорошая ГГшка. А, ну да. Ну, который ближний ко мне и Лидекс. Так. Ну, я тебе о чем и говорю. Так что ты думай сам. Такое ощущение, как будто уровень моря очень не низкий. Ара, ты где хочешь ставить город? На реке? Не-не-не-не-не. На реке это слишком близко к тебе, я думаю. На каком? Ну, да. Надо, наверное, третий сюда будет сразу везти. Ну, я думаю, вы там сами договоритесь. Чтобы больше клеток выкупить. Ну, вот я вот хочу вот ставить на холм, который... Ну, могу тебе не отдавать сахар. Ну, в смысле, наоборот. Тебе отдавать сахар, сам его забирать не буду. Просто столица моя уже рядышком. Три ремки смогу причем в этом городе строить. Блин, Лидекс, у тебя выкупились кони в четвертом радиусе. Ну, у тебя же там еще одни остались. Ну, я же не специально это делаю, правильно. Это четвертый радиус. На, распер рабочего у Сидона. Так, ладно, надо вести лучника для защиты.
этот обработает коняшек, этот на хлопок. Может, библу? Хера себе тут места, блядь. Соли. У кого? У Америки. Ну, судя по всему. А, да, наверное. Ну, значит, у Америки, в Джакарте. У тебя столица соли. Ну, чё ты? Как бы, начнем с того, что это уже не дуэль, как в прошлой игре. Это 2-1 получится. Вот. И у меня, как бы, места вообще, по сути, нет. Чё это за варвары откуда-то, не пойми. Ну, мне тут и компьютер, собственно, советуют ставить. Так, дальше давайте, наверное, обработку камня. А потом пойдем в horseback riding. Ну да, через речку, но все равно прокачиваемся. Мы этого варвара убьем. Ара, где, я не понял, у тебя столица? Персу где-то выше Пусана. Где-то может ставить спокойно. У Ары все хорошо. Во всяком случае, у него больше места для расселения. Да, просто нас вот втроем кинуло. Вот, Индонезию, Перса и Америку кинул прям рядом. Да ладно, сейчас бы быть персом и жаловаться вначале, что тебя обижают. Я не перс, я Америка. А, ладно. А нет, тут Америки, перс есть? В Америке, точнее, у перса есть места сверху еще. А у меня-то вообще некуда идти, мне только типа влево, где Индонез, и вверх, где перс. Все, больше места. Да, справа. Мы справа ничего нету. Там вода. Надо как-то выкупить быстро коровок. Места, по сути, моего такового вообще нет. То есть у меня только стольни и все. А города там второй или третий, они все будут клэшиться с вами. Ну там, либо с тобой, либо с персом. Чего вы делаете? Еще раз слово такое прикольное. Клэшиться. А что значит? Я просто пополняю запасы слов. Типа, как это... Господи. В соприкосновение приходить. Ну, соприкасаться, да, соприкасаться. Биться будет, биться. А это что, русское слово? Биться. Нет. Ни разу вообще. Просто обидно, что уже вторую подряд игру кидает прям рядом с другими соседями. Вот вам на что рестарт, ребята. Ну, все же лучше, чем украденный пусть. Не, ну тут как бы ты не сможешь определить вот такую ситуацию, да, там, пока не пройдет ходов 15. Ну вот у нас, Сары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеток между нами. Между стольнями. Нормально? Кто-нибудь хочет на хлопок что-нибудь поменять? Когда мы найдемся, захотим. Я чуть позже затрейдю медь. Блин, я к гадалке не ходил. Перс, у тебя чего-нибудь нету? Пока нет. Так, Лидекс, найди меня. Ты что, пройди там? Тебе надо вправо от корейца пройти. Привет. А, все уже. Следующим ходом. Да, вон я тебя вижу. Ты как-то странно прошел через верх, через одну клетку. Откуда ж я знал, что там так все плохо? Ну, ты тут дальше... Можем. Ты дальше не... Ты можешь, конечно, мою столицу посмотреть, но ты не сможешь выйти отсюда уже. Ну, посмотреть приятно же. Узнать, как люди нормально живут. Ну, как нормально? Средненько.
Так, вообще, можно тут лес вырубить заодно. Хотя надо еще камень вот этот обработать. Так, Америка, вы там подружились там уже как-то, я не понял? С кем? Ну, с Жаккартой или с кем вы там деретесь? Ну, с Жаккартой, он, ну, как бы, у нас города в 4 клетках друг от друга стоят. Как бы, сейчас не воюем, но это не значит, что в перспективе... Холодная война? Тот или иной не нападет. Также у меня, типа, также в 4 клетках стоит город с персом. То есть у меня получается... Два города, второй и третий, они находятся в 4 клетках от других вражеских городов. Ну а судя по тому, что и по населению, и по населению, по производству не американец первый, то мне кажется, стоит все-таки персу и индонезийцу пораньше заняться им. Так смысл? Тут в любом случае. У меня нет интереса с Нью-Йорком, потому что я на море. А он нет. Ну, Америко Скайлас тут еще. Я его с боем выцепил у Индонеза. Вот оно что. Кстати, а какие там чудеса? Вот еще Гранд Меса есть у корейца. То есть Скайлас у американца. Еще где-то два чуда кто-нибудь нашел? Ну, короче, перс, чем мы с тобой как договариваться будем? Тебе, я смотрю, еще есть места, куда селиться сверху, там, справа. В принципе. Ну. Какие предложения? Я вот думаю. Конечно, Бостон стоит так же, как и Пасаргады, криво. Ну, Бостон для тебя, Пасаргады для меня очень криво. Я не знаю, что делать с этим. Как попытаться разрулить. У тебя есть какие-то предложения? Ну, просто, как бы, в любом случае здесь тогда получится войны не избежать, если останется Пасаргады и Бостон так, как они есть. Вот так, здесь как-то. Ну, перестроить мы их не сможем. Ну, можно отдать города, допустим, я тебе Бостон, ты Пасаргады сжигаем, а там ты дальше уже что-то делаешь. Ну, то есть, вот такой манипуляции можно это сделать. А почему ну, там сжигать города, ну, это что? Не, ну, блин, ты просто понимаешь, что вот та ситуация, которая сейчас возникла, вот с этими городами, она в любом случае приведет потом к войне, если мы сейчас что-то не изменим. Поэтому, тем более... Ну, смотри, если мы сожжем города, то есть у тебя... Сколько там городов сейчас? 3-4? У меня 3 города, Бостон никакой город, то есть... Ну, я не знаю, сжигать как бы города... В самом начале это мы с тобой останемся оба где-то... Сожгите попозже. Не, ну, а что еще? Просто вот смотри, вот... Ну, хорошо, даже, допустим, если у нас будет война между тобой... Что Бостон, что Пасаргады берутся легко, ну, объективно, они берутся очень легко. Стольни тут уже как бы посложнее, там надо уже это думать. Но, по сути, если война будет, то мы оба будем в проигрыше, если мы сейчас что-то не предпримем. Я тебе предлагаю, нужно, я считаю, как, чтобы эту ситуацию разрулить именно вот этим вот сожжением городов и дальнейшей перестройкой, потому что если они останутся так, как они есть, то это однозначно будет война и так далее. Я предлагаю заключить Тройственный союз. Ну, сжигать города нет, я однозначно не хочу, как бы, то есть ты этот город восстановишь быстрее, как воля, мне будет его восстанавливать дольше. Какие-то дипломатические, если есть предложения? Ну, понимаешь, что Бостон, что Пасаргады, они города кривые оба.
То есть здесь, по сути, есть один нормальный город под горой, который на речке, но типа не он, ни у меня, ни у тебя он как бы не стоит, потому что если он у меня здесь будет стоять, а у тебя здесь ничего не будет, то, понятное дело, тебе в минус, а если у тебя... Мы только то есть, по сути, нам два города, они достаточно такие, ну, мусорные. Конечно, не прям, чтобы совсем, но такие себе. Ну, вот, например, то, что выше, там вообще холмов нету, как бы, и чего, как бы. Вот это тут самый такой город, который я вижу более-менее. То есть, ну... То есть, если мы только как-то договоримся, ну или давай повоюем, что. Просто мне не очень выгодна война из-за того, что еще у меня рядом Амданец, который в любой момент может такой типа... Ну, мне идти вглубь вообще смысла нет. Да камон, господи, ты разве не захочешь воспользоваться моментом, пока я воюю, чтобы мне ударить спину и захватить тот же босс? Ой, Нью-Йорк, точнее, извиняюсь. Так, что ГГшки хотят? Ну, поэтому я предлагаю заключить Тройственный союз. Торговца... А в этом случае война все равно будет между мной и персом в любом случае, потому что у нас города стоят так, что, ну это, блин, надо умудриться, чтобы не повоевать потом. Ну, он письменность не открыл. Все, кому там меди завести? Мне хлопок. В смысле, завести хлопок, да? Да. Да ладно. Ну, отлично. Значит, я могу тут принять не монархию, а на чудеса. И построю с библиотеки. Вряд ли я с кем-то... Вообще кто-то меня может обогнать, то есть я возьму с библиотеки, естественно, философию, но явно нацколледж мне еще не будет доступен, ведь я тут отъедаю эти города, даже еще амбары не построены. Оракул. Кто пирамиды построил? Американец. Ара, тебе помочь лагерь зачистить? Ну, по ни разок. Ну, следующим ходом. Кстати, я тоже хотел его зачистить, но ты уж первый. Хрена тут банановый рай. А ты это уже ставишь там от Бусана или... Четыре хода. Кто? Еще пока нет. Ну, просто. Скоро вообще будет нет. Ты только волнуешь, когда вот тут сверху появятся варвары, начнется тогда печалька, конечно. Давайте я, наверное, лучника лучше или сюда перекину, с этим лагерем разберусь. Тут, в принципе, можно не защищать. Я, конечно, могу держать юниты в городах, и тогда просто на их содержание ничего не буду тратить, но в данном случае... Лучше потратить несколько золота на то, что они не в городе, но защититься от нападения, от разграбления вот ресурсов. Так. На ресурсе варвары не могут появиться, то есть это меня будет засвечивать. Так, два хода. 7-2. Так, 5-3. Я считаю, что рост тут важнее, чем производство. Выведем, пожалуй. Я вообще без пантеона играю. Так, ну вот у меня уже развитие все лучше и лучше становится.
Талиндекс. Да. Что это такое? Ну, он же тебе не мешает. Ты что, он сюда не ставил бы? А мне надо один город слить. Ты воевать хочешь? Ну, сразу скажи. Если бы я хотел, я бы уже напал, поверьте мне. Что, как будем да. лагерь делить? Нифига себе. Ты ж там вроде говорят, город уже поставил удачно, ну и все, и живи, традиция, нормальная тема. Поверь, меня вынесут. Не знаю, вот тут я... Перс. Ну, не знаю, давай, кто быстрее, тот и молодец. Ну хорошо, давай долби его. У тебя тут двое, то есть у тебя шансов больше. Да. Взял еще шоколад у меня был. Ну, лучше постой, может перс еще подведет каких юнитов, конечно, но смысл мне напрягаться. Так, давайте после библиотеки караван построим. Он из Орлеана побежит. Кстати, мавзолей Геликарнаски тоже можно вполне построить, не помешает. То есть ты и мне не даешь, и самого долбить не будешь, да? Ну, так я могу тебе то же самое сказать. Один ход я его не возьму. Мы ж можем поделить деньги, например, вообще. Как тебе такой вариант? Ну ты же, наверное, хочешь не только денег, да? В каком смысле? У тебя его просит кто-нибудь? Нет. Ёжик, могу тебе... Давай тогда я его возьму, а деньги тебе полностью отдам. Раз уж ты его... Ну, видимо, что-то у тебя кто-то его просит. Давай я лучше я возьму, раз меня его никто не просит. И ты не получишь бонус от городов-государств, что честнее, по-моему. Я смотрю, кто... Давай скажем, сколько там, 16 монет дают, да? Давай я тебе дам 32 монетки, и я его заберу. Нет, ну меня не устраивает, что ты получишь город-государств союзника. У меня тут этот город влезает только это самое. Вот под рыбок. Не-не-не, не который слева от Сеула, а который а слева от Сеула. А кто его у тебя Сана. Просит? Куда влезает только, ну, Банзо. Получается, на ну, три клетки между Пусаном и... Но она Сан. У меня под границей, как бы мне это не очень, опять же, хочется. Тебе вообще, то есть... Может, ты, тебе не нужен этот город? Тебе вообще, сейчас. Тут видишь, у меня терки с юга. Ну, я не вижу, какие там терки, на самом деле. У меня этот город, государство, у меня граничит со мной прямо. Если бы Самарканд какой был хотел. Он нужен, потому что иначе мне придется тогда воевать с Индонезом, а я не хочу. Что там происходит? Да я хочу город воткнуть левее Пусана. Ты меня как бы Меданом там заблочил. Хотя ну, тоже да. там подселили, я смотрю, да? Ну Индонез? Так все. У меня, на самом деле, я не очень понимаю, этот Ара, ты смотрел, где Гадос находится? Не, я Гадес. Не вижу твоих городов вообще. Сходи ниже, увидишь мой Гадес. Да, вот ходи лучником ниже. Ну вот я вижу там это самое, границы эту Литекса. Да, посмотри, как он поставил, типа, свой Гадес. Ара, у меня тут возникла гениальная идея. Чтобы мы с тобой были довольны. Но для этого ты ставишь этот город.
Ну, излагай. Ну, а дальше по накатанной. Ну, вот ставь, где стоишь, ладно, чё ж. Ну, ты понимаешь, что двум волевикам здесь места мало. И мы не воюем. Дальше излагай. Я тебя понял. Ну, очень неприкольно. Ну а что? Ну зато вот твой этот даже не знаю, как это называется, Дегу. Ну, замечательно. У меня просто не кириллица это пишет. Сложно так сразу сходу называть. Вот, тогда он мне не мешает, как бы, а так я бы сам здесь стоял, сам понимаешь, да? Ну да. Ара, я... Где твой силу находится? Вот между Дегу и Пусаном, только выше, так? Да. Я тебя понял. Это все, что ты хотел узнать? Да, да, да. Прыгай на холм своим лучником, увидишь конец карт. Вот тут София, и дальше конец. Море, море, море. Это и по этому морю я доплываю до Джека. Mm-hmm. И все, как бы у меня вот все, что я поставил, я больше ничего не могу. Если только под силу могу тебе еще поставить. Спасибо, не надо. Так вот, исходя из этой мысли, я думаю, Медина это будет хорошее дополнение для твоей сухопутной империи. Ара, у меня к тебе другое предложение. Излагайте, так, излагайте. Я люблю послушать, так, когда так, не меня пилят. Медан и вообще все, что происходит, оно за горами, от Тегу, вот этих вот между Пусаном и Тегу. Тебе идти вниз как-то особо смысла нет. А распрощаться с Карфагеном и взять, возможно, его столицу, тебе будет явно достаточно плюсом. Мне туда идти слишком далеко. А я вот уверен, что он ее не возьмет. Ну, скорее быстрее он упадет. Чем что? Чем он меня возьмет. Ну вот. Я думаю, ежик возьмет тебя. Я сейчас как бы начинаю, никак буду нападать на... На Либдекса, потому что это... Последняя армия, приколиста. Ну, нападай на меня. Нет, я вижу, ты сейчас идешь для посела. То есть я хочу, чтобы ты дважды подумал. Ставь, Ара, ставь. Будет тебе победа. Ара, тебе сахар обработает? Готов пряности с кем-то поменяться. Есть какие-нибудь пряности? Я буду благодарен. А, давай лучше так, чтобы ты не мучился. И у тебя не одни. Одни. Ну ладно. Кофе не дай. Не хочешь, как хочешь, в общем. Слушайте, я же Петру тут могу построить. И у меня одни, не поверишь. Это не та Петра, ради которой стоит в нее бежать, ну просто чуть улучшить ситуацию со столицей. Почему нет? О, отлично, город стал. Так,
Зерлиана. Пожалуй, надо еще одного построить все-таки. Ладно, хорошо. Сразу из... Я вас понял. Из Парижа еще отправить. Надо вот эту клетку с оленем купить, пожалуй. Ну, я оставлю тут на производстве. Леша, прими, хоть мы и не договорились, но денежки я тебе все равно отдам. Больше. Что там случилось? Ну, что, меня сейчас вкатают просто этот... Кто? Ара и Лиддекс договорились и решили вынести меня. Нет. На самом деле... В принципе, у меня позиция места, где я родился, очень фиговая. В плане... Ты не видел Сеул? Я не видел Сеул. В плане того, как вокруг меня все игроки, то есть меня по факту поджали, ну, точнее, не то, что поджали, да, они реально ставят с Америкой, с Пасаргады, любой город между нами, он тоже конфликтный. Ну и, соответственно, почему-то Ара решил селиться вниз резко. Но тут не знаю, видимо, у него... А тут больше негде вообще реально, ёжик. Потом можешь посмотреть, тут такой трэш. Да, трэш, походу, у всех. Ну, не у всех. У меня средненький. Ну, тут, походу, тоже движуха намечается. Площадь только подвел своего движуха или подарил вообще. У меня не столько молотков, чтобы юнитов дарили. Да ладно, нормально. Он будет клетки с производством обрабатывать. Бери разведчика, будет топ. В этот ход не могу. А ты можешь меня через войну куда-нибудь правее Вашингтона пропустить? А там правее ничего нет Вашингтона. Просто мне вообще отсюда никак не выйти. О, блин, ну точно не здесь стоять. Ну я понял, я сейчас естественно отбегу. Ну, а короче, мы типа что? Один раз ходим даже перед этим, а тут я не успел ничего убрать, а ты всего моего убил. Не знаю. Кто? Ну, перед прогрузкой только один раз можно одним юнитом типа ходить, а потом, когда прогружается, уже всеми остальными. Ну, я ходил нормально. Точно был в середине таймер. Ясно. Наверное. То, что я быстро накликал, это уже другой вопрос. Ну, пока тупо игра на развитие, ничего интересного, честно говоря. Там у ребят что-то весело, они там друг с дружкой в соприкосновении, там какие-то войны идут. Что-то висим, да. У меня пинг с монстром поднимался. У меня лаги какие-то были. Ладно, Лиддекс, давай, забирай. Кого забирать? От меня. Да ладно, ладно. Ну, просто мое время. Поцени, пожалуйста. Ну, я еще прям не готов, прям у меня нету столько юнитов через отрицы, сам понимаешь. Так что мы, это так, я решил тебя притормозить, а не... Ну, у меня тут как бы вообще вариантов развития уже нет. Мне как бы
Поджава. Ну, я вижу, да, поэтому я и сказал тут как бы... Подождите, а что там перс американцу войну объявил? Ну, это, собственно, американец подвел тут войска уже к городу, поэтому... Просто, чтобы ход не терять. Пожалуйста, продай, я не знаю своего этого тогда. Кореец. Нет. А что, что, где? Продай, пожалуйста, своего разведа. Это кто просит? Либо я его сейчас убью, ну потому что все, он реально очень мешается. Не продавай американцу, ты че, пускай убивает. Американец тут перса заберет тогда. Развед это последнее, что ему надо было в его коварном хитром плане. Ну, чтобы... А там этот лагерь ниже Сеула, он еще лагерь или его уже нет? Не забрала. А, нет там ничего. Ты знаешь, поймешь. Не спешить. Висячие сады может только перс построить, а он в войне. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.